Всем привет! В этом видео я хотела бы вам рассказать про Etsy, особенно учитывая тот факт, что буквально на днях у меня там произошло 200 продаж. Конечно, может быть, для кого-то этот результат покажется скромным, он действительно скромный, особенно учитывая, что я продаю только цифровые товары. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего, я горжусь собой, довольна. Я, знаете, очень наплевательски относилась к Etsy, особенно последний год, да. Но, тем не менее, продажи шли, что-то происходило, результат какой-никакой все-таки есть. Мне есть что вам рассказать, мне есть чем с вами поделиться. Кроме того, я у себя в Инстаграме сделала опросник перед тем, как снимать это видео. И, собственно, спросила у своих зрителей, что вас интересует про Etsy. Мне прислали кучу опросов, я их все собрала, я их всех проанализировала, разделила их по группам, поняла, что на самом деле больше всего беспокоит людей в вопросах про Etsy. И на этих вопросах, которые мне прислали, в том числе основано это видео. Все вопросы, которые мне прислали, можно разделить на 6 больших групп. Первая группа – самая базовая, с чего начать, что продавать, сколько товаров выкладывать. То есть какая-то прям база-база, фундамент. Второй пул вопросов – он про английский язык, очень больная для всех тема, я обязательно сегодня про это с вами поговорю. Третья группа вопросов про налоги, комиссии, отчетность. Тоже такая тема достаточно темная, скользкая, непонятная. Мало кто про это говорит, мало где про что написано. Даже если что-то написано, выясняется на деле, что все совсем иначе. Четвертая группа вопросов будет про продвижение, потому что, понятное дело, недостаточно просто выложить свой товар, сидеть, ждать у моря погоды. Нужно обязательно предпринимать какие-то действия для того, чтобы ваши товары на Etsy продвигались, для того, чтобы они показывались как можно большему количеству пользователей. Пятая группа вопросов очень интересная, и я признаюсь честно, она для меня была супер неожиданная. Это вопросы про негативные отзывы, про работу с трудными клиентами и про возвраты на Etsy. И шестая группа вопросов про физические товары, доставка этих товаров, возврат этих товаров, сколько стоит доставка, сколько стоит возврат, все, что касается именно физических товаров. Вот такие 6 групп вопросов у меня получились. Давайте обо всем об этом поговорим более подробно. Первое, с чего нужно начать, как я думаю, это с адекватной оценки себя и своей деятельности. Я на начальном этапе совершила самую большую ошибку, и я бы хотела предостеречь вас от совершения этой же ошибки. Я подстраивала всю свою деятельность под Etsy. Я считаю, что это просто главное мое заблуждение. Это то, что точно не нужно было делать. Я думала, что бы мне такого сделать, чтобы там это купили. Я смотрела на тренды, я анализировала, ой, а купит ли у меня это, купит ли у меня вот это. И в итоге первую группу товаров, которую я выложила на Etsy, я была полностью, она была полностью у меня сделана исключительно для этой платформы. Возможно, кому-то покажется, что эта стратегия классная, она рабочая, она действенная, надо так всегда делать. Возможно. Но я здесь говорю о своем опыте, и мой опыт показал, что эта стратегия привела меня в тупик, в какой-то кризис. Не знаю, можно ли назвать это выгоранием. Наверное, скорее просто какой-то кризис в работе. Я очень долго не могла из него выйти. Поэтому я вам советую все-таки действовать немного иначе. То есть посмотрите на себя адекватно. У вас есть мастер-классы уже на сегодняшний день на русском? И вам все, что нужно сделать, просто перевести их на английский и выставить на Etsy. Да, это классный подход. У вас уже есть вещи в наличии, которые вы связали, просто потому что вы обожаете вязать. Там у меня есть 10 пар перчаток, 5 пар варежек, 2 свитера. Я их навязала, вот они у меня лежат, никому не нужны. Все, что мне остается, просто их красиво сфотографировать, написать описание и выставить на Etsy. Вот. Мне кажется, такой подход более здравый. И ну, я на своем примере убедилась, что нужно действовать исключительно так. То есть сейчас я вообще не делаю мастер-классы специально для Etsy, как я это делала в начале. Сейчас я делаю мастер-класс, который мне нравится, который я считаю нужным, и смотрю уже, стоит мне его переводить на английский или нет.
Я далеко не все теперь мастер-классы перевожу на английский и продаю их на Etsy. Я понимаю, что, например, свитер с треугольниками, укороченными рядами по кругу, который вяжется даже не по кругу, а поворотными рядами, еще и укороченными, еще и разными цветами, что это очень сложная конструкция, очень сложный мастер-класс. Я понимаю, что на Etsy он не зайдет, потому что там все-таки люди любят попроще. Вещи попроще, дизайны попроще, мастер-классы попроще. Поэтому я перевожу туда пока только подушки. Я не перевожу туда новый мастер-класс по перчаткам, потому что это тоже сложно. Это сложный мастер-класс, очень много математики, очень много расчетов. Я понимаю, что аудитория на Etsy не готова к такому мастер-классу, и я его переводить и продавать там не планирую. Следующее, что вам нужно сделать, это оценить то, что вы имеете. Вот у вас уже есть какие-то мастер-классы, или вот у вас уже есть какие-то, например, 10 вещей, которые вы связали. Вот вы на них смотрите. Так, что я могу с этим сделать? Естественно, самое важное — это подумать над упаковкой вашего товара. Под упаковкой в цифровом мире я подразумеваю фотографии и видео. Кстати, видео сейчас тоже можно загружать на Etsy, это очень удобно. Все вот эти рассуждения про то, что, ой, неважно какая фотка, главное, какой у меня там узор, как у меня там все связано, петелька к петельке, там шовчик к шовчику. На самом деле нет, это вы только знаете. Человек, который живет на другом континенте и в глаза никогда не видел вашу кофточку, ваши там швы не разглядывал, он смотрит на фотографию. Это очень важно. У вас, конечно, и швы должны быть хорошие, петелька к петельке, но и фотография должна быть крутая. Теперь уже недостаточно просто сфотографировать на качественный фотоаппарат или на телефон, сделать хорошего качества снимок, чтобы он был светлый, четкий. Этого теперь недостаточно. Теперь фотография — это уже скорее как такая как арт. То есть вам нужно еще какую-то идею сделать, продумать, как, что у вас будет, какая концепция фотографии, возможно, каких-то моделей подыскать, какие-то локации, какие-то позы интересные выбрать. То есть теперь просто хорошо сфотографировать, к сожалению, недостаточно. И вот когда уже у вас все есть, вы посмотрели, адекватно оценили свои силы, возможности, значит, оценили, что у вас есть наличие, какой товар вы умеете делать, все, сфотографировали, видео сняли, все есть, останется только вам зарегистрироваться на Etsy. Про это у меня есть отдельное видео, ну, на канале у меня, я вам ссылку на него оставлю под видео. Хотя оно снято год назад, на самом деле все там актуально, ничего не устарело, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. О, английский язык, это вообще моя любимая, это главный стоп-фактор всех тех, кто хочет продавать на Etsy и зарабатывать там деньги какие-то. Значит, это незнание английского языка, безусловно. Значит, я вам тут хочу сказать. Во-первых, интерфейс Etsy очень простой и интуитивный. И там знаний какого-то супер-пупер английского языка вообще не надо. Например, в личном кабинете все разделы продублированы иконками, то есть картинками, все понятно, где там конвертик от сообщения. Я вам уже про это говорила, где там финансы, там денежки. В общем, все очень просто, правда. Кроме того, сейчас вы можете просто сделать скриншот экрана, загрузить его в Яндекс.Переводчик, и он переведет вам по фотографии все слова, которые английские, есть на этой фотографии. То есть сейчас вообще вам даже не надо ничего копировать, куда-то вставлять в переводчик. Вам не надо ничего нигде гуглить. Просто сделали скриншот, просто загрузили его в Яндекс.Переводчик и просто посмотрели, как выглядит страница на русском языке. Ну, просто капец. Конечно, что касается перевода, например, мастер-классов на английский язык, тут, конечно же, все намного сложнее. Тут недостаточно просто что-то там сфотать, в переводчике сделать. Здесь вам не обойтись без профессионального переводчика, причем лучше всего вам найти переводчика, который сам вяжет, это уже намного сложнее. Но у меня и тут есть прекрасная рекомендация, я вам уже 10 тысяч раз рекомендовала Настю, это девочка, с которой я постоянно работаю. Она переводчик, она вяжет, это просто идеально. Конечно, Настя вяжет больше крючком, и, соответственно, специализируется скорее на мастер-классах по крючку, но и специально тоже переводит. Просто она делает это чуть подольше, потому что у нее не так много опыта в этом.
Значит, Настя берет 350 рублей за 1800 знаков с пробелами. На самом деле это очень низкая цена, правда, потому что сначала я искала переводчика на сайте фрилансеров, и там, конечно, цены были намного-намного выше, поверьте мне. Вы можете сами проверить, это несложно. Кроме того, прикол в том, что Настя использует специальную программу. И эта программа, она запоминает повторяющиеся предложения или словосочетания. И когда вы в следующий раз приходите с мастер-классом, она забивает опять его в эту программу, и программа считает количество повторов. И в соответствии с этими повторами, с количеством, Настя делает вам скидку. Это вообще супер круто! Кроме того, вот эти одинаковые формулировки, если вдруг вы в следующем мастер-классе используете какую-то другую формулировку по ошибке, да, если вы сами переводите, а потом только Настя проверяет ошибки, то эта программа поможет как бы вам еще и в том, чтобы у вас все мастер-классы были, ну, одного плана, с одними формулировками, с одними предложениями, с одними терминами. То есть тоже очень удобно. Я уже сказала, да, что вы можете сами переводить, и отдавать Насте просто проверять ошибки. Так делаю я. Я сама перевожу все свои мастер-классы, а потом Настя просто вычитывает ошибки, там мне меняет какие-то конструкции, там где слова перепутала местами, или, может быть, там что-то не, какое-нибудь слово неудачно использовала. Вот. Вы можете так тоже делать. Значит, здесь я вам хочу еще посоветовать один офигительный сайт. Просто обожаю его. Я его постоянно использую. Значит, в чем прикол этого сайта? Не просто переводчик. Вы забиваете туда слово или словосочетание, которое вам надо перевести, и он вам показывает это словосочетание в каком-то контексте. И это очень круто, потому что вы можете посмотреть, как это словосочетание используется не просто оторвано от всего, а именно в каком-то тексте, в каком-то предложении. Там есть и разговорные тексты, и какие-то более такие книжные, научные там есть тексты. В общем, супер крутой сайт, я вам его очень советую, ссылку на него я вам тоже оставлю под видео. То есть, если мне нужно сказать какой-то оборот речи, я просто его туда вбиваю и смотрю примерно похожие какие-то контексты, и могу взять оттуда адекватное предложение, посмотреть, как оно строится, запомнить. И мне, конечно, это очень помогает. В общем, если вы занимаетесь мастер-классами, я вам от всей души советую Настю, потому что она просто потрясающе работает. Это ответственность на максималках просто, скорость на максималках. Единственное, что сейчас Настя выходит из декрета обратно в офис на работу, поэтому сроки немножечко сдвигаются. Если раньше она за 2-3 дня могла сделать перевод, то теперь чуть дольше. Но это опять же не месяца там не какие-то, все в пределах разумного. Короче, Настя крутая, ссылку на нее я тоже оставлю под видео. О, это еще одна моя любимая тема. Просто обожаю. Никто ничего не знает, какие налоги, комиссии, что куда платить. Кто-то что-то пишет, потом выясняется на деле, что комиссия на самом деле вообще не такая, типа в два раза выше. Кто-то пишет, что никакие налоги вам платить не надо, потом тебе приходит счет с Etsy, где тебе надо платить налоги. Короче, вообще супер. Я, честно признаюсь, я ни черта не понимаю, что там реально происходит в налогах, финансах и комиссиях. Все, что я могу вам сделать, привести конкретный пример какой-нибудь одной транзакции, ну, одну какую-нибудь покупку взять мастер-класса и полностью ее разобрать. Я вам предлагаю именно так сделать, чтобы вы понимали, как это все происходит. Супер эксклюзивная, реальнейшая инфа. Значит, смотрите. Берем мою последнюю покупку, мастер-класс купили в Нидерланды. Значит, мне на PayPal поступило $7.26, учитывая, что мастер-класс у меня на сайте стоит $6. Сразу вопросики, почему я получила 7.26, когда мастер-класс стоит $6? Когда я только начинала продавать на Etsy, я вообще была в шоке, я вообще ничего не понимала, что происходит. Давайте я попытаюсь вам объяснить, как я это понимаю. С этих $7.26, $1.26 я возвращаю Etsy как налог. То есть житель Нидерландов платит налог, но я должна вернуть его обратно, потому что, ну, типа, я не знаю почему. Ну, это логично, потому что мне этот налог не нужен. Я в России, он в Нидерландах, видимо, это какие-то там местные мутки. В общем, я возвращаю $1.26.
Окей, с этим разобрались. Значит, какие-то штаты США платят такой налог мне сверху, я его возвращаю. Некоторые страны Европы, какие-то США вообще никакой налог мне не платят. Мне просто приходит $6 чистых. В общем, разобраться в этом, мне кажется, нереально, потому что покупают с абсолютно разных стран. Там Австралия, там это, там то, Нидерланды, Германия, Америка. Ты не можешь разобраться во всех налогах во всех этих странах, просто невозможно. Ну, короче, вот, и когда покупка совершается в Нидерланды, я возвращаю лишние вот эти деньги, которые мне приходят, то есть $7.26 минус $1.26, мне остается $6. Значит, что дальше? Это еще не все. Дальше я плачу 5% комиссии Etsy с этой продажи. Значит, я плачу им 30 центов. 30 центов — это комиссия Etsy. 5% с продаж, с любой продажи 5% вы точно заплатите комиссию Etsy. Это проверено, инфосотка. Дальше. Дальше я заплачу, как житель России, потрясающий налог, вы только вдумайтесь, налог на комиссии для продавцов Etsy из России. Значит, этот налог составляет 2% от комиссии, и у меня это получается 6 центов. Дальше Etsy снимет с вас 20 центов за обновление листинга. За любое обновление листинга, за добавление нового листинга с вас будут брать 20 центов. Вот вы когда, например, только регистрируетесь и добавляете свои первые 20 товаров, листинг — это товар называется, у вас снимут за каждый товар 20 центов, понимаете? Но я думаю, что вы знаете, что существуют реферальные ссылки. Вот те, кто продает на Etsy, такую ссылку себе формируют и делятся со своими там подписчиками или друзьями. И вы по этой ссылке можете 40 листингов получить бесплатно. Это на самом деле крутой подгон, обязательно этим пользуйтесь. А, соответственно, кто эту ссылку дает, ему тоже листинги бесплатно начисляются. Вот, поэтому как бы не стесняйтесь, обязательно, если увидите такую ссылку, пользуйтесь ей, потому что 40 листингов бесплатно, это действительно выгодно. Когда у вас эти листинги кончатся, вы будете платить 20 центов с каждой продажи, потому что это считается обновление листинга. Ну и, конечно же, не будем забывать про PayPal, который тоже возьмет с вас комиссию. И это самая большая загадка на свете. Ребята, я вообще не понимаю, что там происходит. Я нигде не смогла найти информацию, какую комиссию надо платить PayPal, сколько, в какие страны, почему так. У меня происходят невероятные чудеса. В какой-то день я плачу комиссию 7%, в какой-то 10%, в какой-то 8%, в какой-то 8,5%. Например, в этом случае с покупкой в Нидерланды я заплатила 8,5%. Это 62 цента. Если мы из моего вот этой суммы поступления на PayPal 7,26, да, помните, 7,26 поступило, вычтем все эти комиссии, получится $5.02. Но я не плачу за обновление листинга 20 центов, потому что у меня еще есть бесплатные листинги на сегодняшний день. Вот, значит, у меня после всех комиссий, всех налогов, все, и Etsy, и PayPal остается $5.02. Напоминаю, что мой мастер-класс на сайте Etsy стоит $6. Вот, значит, я сижу с этими $5 и 2 центами. Мне нужно их вывести на свою карту. Соответственно, нужно конвертировать эти деньги в русские рубли. На сегодняшний день, на февраль 2021 года, обменный курс на PayPal 72 рубля 20 копеек за $1. То есть, когда я вывожу эти деньги на свою рублевую карту, мне приходит 362 рубля. И это еще не все. Теперь мы имеем дело с русским законодательством. Так как я являюсь самозанятой, с каждого поступления я плачу 4%. Соответственно, с этих 362 рублей мне нужно еще заплатить 4% налога. Это 14,5 рублей. И после этого у меня остается 347 рублей моих честно заработанных денег, которые я беру себе. Значит, мой мастер-класс в России стоит 350 рублей. После того, как я это все посчитала, я такая, так, я поняла, что мне нужно поднять цену своих мастер-классов на Etsy хотя бы на 50 центов. Теперь, хорошо, спасибо этому видео за то, что наконец-то села и все посчитала. Теперь мои мастер-классы стоят на Etsy 6,50.
А еще я обязательно выписываю чек в приложении «Мой налог», но никому его не отправляю, потому что мне кажется, что человеку из Нидерландов вообще пофиг на мой чек, особенно учитывая, что он на русском языке. Главный прикол заключается в том, что в 2020 году я вообще ни разу не включала рекламу, представляете? Я это сделала, потому что последний раз, когда я использовала рекламу, я потратила $12, а заказов у меня было всего 2. Представляете, а у меня мастер-класс $6 стоит, а, как вы уже знаете, после всех вычетов комиссии остается всего 5. И то есть я еще и в минусе осталась и поняла, что в моем случае мне пользоваться рекламой вообще не выгодно, так как у меня цифровые товары, их мало, там у меня низкие эти заходы. То есть мне этого реально невыгодно. Возможно, если у меня были физические товары, я потратила $12 на рекламу, но получила бы там долларов 100, например, с продажи, или хотя бы там 80, тогда да, это было бы выгодно. Но в моем случае вообще нет. Поэтому я перестала ей пользоваться, такая, ай, ладно, будь что будет. Короче, как-то пустила все на самотек. И вообще, честно говоря, в 2020 году вообще про Etsy так думала очень-очень редко. Ничего там не делала, вообще забила. А тем не менее продажи растут, статистика растет. Что, собственно, произошло? Давайте посмотрим на мою статистику за 2020 год. Если мы ее сравним, например, со статистикой 2019, то тут, конечно, разница колоссальная. Значит, что произошло? Давайте зайдем посмотрим, откуда у меня всякие переходы. Все мои переходы можно разделить как бы на две группы. Часть переходов идет непосредственно с Etsy, с внутренних страниц Etsy, либо с поисковика Etsy, в общем, все-все внутри Etsy. И вторая часть заходов, она из social media, то есть это Instagram, Pinterest, какие-то другие социальные сети, либо директ, то есть когда непосредственно есть какая-то прямая ссылка, в моем случае эта ссылка есть на моем сайте. Люди, когда заходят на мой сайт, могут тыкнуть и попасть на мой Etsy-магазин. То есть 27% всех визитов в мой магазин поступает от Etsy, внутренней системы Etsy, и 73% от social media и директа. Очень-очень интересно, да? Значит, на самом деле 27% от Etsy, я считаю, что это очень хороший результат. То есть меня ищут по ключевым словам, то есть у меня прописаны все теги. Действительно, я там посмотрела всякие там по подушкам, по вязанию крючком, по паттернам. Очень хорошие переходы. Вообще все супер работает, теги действительно работают, я могу вам сказать, со 100% уверенностью, поэтому обязательно прописывайте все теги. И когда я увидела, что самое большое количество переходов мне дает Pinterest, я вообще, честно говоря, обалдела. Я вам напоминаю, что я год вообще не следила за статистикой, знаете, все пустила на самотек. Тут, короче, к видео готовлюсь, захожу в статистику, у меня просто вот такие глаза, в смысле с Pinterest, чтобы вы понимали, я 500 визитов получила с рекламы и 8500 визитов с Pinterest. Значит, что случилось? В самом начале, когда я только-только регистрировалась на Etsy, добавляла свои товары, я тогда, конечно, думала про продвижение, и я в Pinterest выкладывала несколько своих фотографий с ссылками на Etsy. И все, я буквально сделала это пару раз, и, естественно, забила благополучно, потому что, ну, просто лень там постоянно что-то выкладывать в Pinterest, что-то там это... И тут вот эти несколько фотографий, которые я выложила в самом начале, в 2019 году, дают мне такую статистику. 8500 визитов в магазин и большое количество продаж, понимаете? И это бесплатный инструмент, просто супер. В общем, какие хочу сделать выводы, прежде всего для себя. Я поняла, значит, я зафиксировала, что мне нужно оставить только два источника продвижения в Etsy. Это апдейты, которые я постоянно делала. Кстати, я же не рассказала вам про апдейты. Единственная вещь, которую я делала постоянно, регулярно и вообще не пропуская, я постоянно делала апдейты. Я реально считаю, что это очень важно. То есть, если вы хотите как-то благотворно повлиять на статистику именно Etsy, внутри Etsy, я вам искренне советую делать апдейты. Я делаю апдейты примерно один раз в 4-5 дней. Что такое апдейты? Тоже еще одна загадка. Очень далеко спрятанная функция.
функция, которую никто не может найти. Мне постоянно пишут директ: Лена, где эти апдейты? Пожалуйста, расскажи мне. Значит, я вам сейчас покажу, где эти апдейты находятся. Вы заходите в специальное приложение для продавцов. У Etsy есть два приложения для продавцов и для покупателей. Вам нужно вот такое вот приложение именно для продавцов. Значит, мы туда заходим. Дальше мы тыкаем на три черточки, больше. Значит, здесь у нас личный кабинет. Нам нужно найти маркетинг. Здесь такой рупор. Тыкаем туда. Выбираем social media. Очень легко найти. Но это еще не все. Дальше нам нужно спуститься в самый низ. И вот тут увидите shop updates. Вот это именно то, что нам нужно. Вот тыкайте, например, на первую картинку. И вот здесь вы можете добавить shop updates. Тыкайте на плюсик. И можете выбрать фотографию из вашего альбома или сделать фотографию новую прямо сейчас. Ну и, конечно, что касается внутренней статистики Etsy, помимо апдейтов, очень важно отзывы. Просто вообще капец. То есть отзывы — двигатель торговли на Etsy. Когда у меня не было отзывов, у меня не было продаж. Как только у меня появились отзывы, у меня регулярно начались продажи. И, конечно, как только поступает отзыв, там просто феерия продаж где-то первую неделю. Реально, то есть это все работает, правда. И как только у меня появляется какой-то отзыв, я тут же делаю апдейт, чтобы как бы зафиксировать результат. Не знаю, может, я это себе придумал, мне кажется, это круто. Подстегивает. Как только у меня случаются продажи, я тоже делаю апдейт еще один. То есть я как бы поддерживаю постоянно какую-то деятельность в своем магазине. Хотя вот недавно вам говорила, да, что я вообще на него забила и ничего там не делала. Ничего сверхъестественного не делала, действительно, только вот апдейты, и на самом деле все, что я делала, апдейты. Значит, что касается отзывов, как получить, очень сложно, да, когда, то есть, единственный вариант, который тут вижу, искать каких-то знакомых, каких-то просить подписчиков, которые у вас есть, если вы занимаетесь какой-то деятельностью в Инстаграме, у вас 100% должны быть какие-то подписчики, сделайте опрос, что-то спросите, кто в какой стране живет, а если, помогите. Люди идут навстречу, люди оставляют отзывы. То есть у меня первый отзыв действительно оставили девочки, на которые были на меня подписаны, которые жили в других странах. И потом, как только они мне оставили несколько отзывов, у меня уже пошли продажи и пошли отзывы реальных клиентов. То есть возвращаемся к самому началу, где я вам говорила про то, что вы должны проанализировать ситуацию, в которой вы находитесь, что у вас есть, что вы умеете, что у вас в наличии, какие у вас есть способности, изготовить товар в соответствии с этими способностями, да, и его упаковать красиво. Но если вы думаете про негативные отзывы и возвраты, вы должны еще подумать и о качестве своего товара. Это для меня само собой разумеющееся, и я не выделяю это вообще в какую-то отдельную штуку, потому что у меня это вшито, я не могу иначе, вот, но если вот вы опасаетесь, то вы про это тоже должны подумать и тоже все взвесить, проанализировать, то есть вы должны очень быть уверены в своем товаре, только когда вы будете уверены в своем товаре, вы сможете не бояться негативных отзывов и возвратов, и их не будет. У меня нет вообще никаких негативных отзывов, у меня одни пятерки, даже четверку никто не поставил. Когда мне кто-то пишет с какими-то вопросами, это случается, но очень редко, буквально раз в 3 месяца, вот так. Эти вопросы все скорее технического характера, типа там я не могу скачать файл с Etsy, я тогда просто высылаю непосредственно на почту этому человеку файл, он оттуда спокойно скачивает. То есть такие вот вопросы. Или, например, спрашивают, чем я могу заменить эту пряжу, потому что у меня в стране такой нет. И тогда я ему подсказываю, там где-то гуглю, смотрю, какие у него есть магазины, или спрашиваю, в каком он магазине хочет выбрать себе пряжу, и подсказываю ему, пишу, что он может заменить вот эту пряжу, с которой я вяжу в мастер-классе, понимаете? То есть такие вопросы очень простые, такие какие-то прям... Ну, в общем, по качеству никто никаких претензий никогда не предъявлял. Наоборот, мне, например, пишут, круто, в этом мастер-классе есть видео, вау, я в шоке. То есть это прям вызывает такой вау-эффект в видео мастер-классе, потому что действительно... Почему-то на зарубежных сайтах, в принципе, зарубежном,
сегменте вот этого рынка мастер-классного не принято снимать видео и вставлять их в текст. Поэтому это просто супер преимущество конкурентное. Поэтому если вы делаете мастер-классы, пользуйтесь этим преимуществом. Молодец, получился кусочек славы. Если вы не понимаете, как свой товар оценить, то воспользуйтесь помощью зала. Привлеките каких-то других людей, спросите у знакомых, у друзей, напишите каким-то мастерам, которые в такой же технике работают, а помогите, оцените, как вы думаете. Или отправьте кому-то свой товар, какому-нибудь там блогеру, пусть он посмотрит, спросите непредвзятое мнение. Вот тебе нравится? Ну, серьезно, ну, по чесноку мне скажи, и будьте готовы к тому, что вам скажут не то, что вы ожидаете услышать. И примите это и исправьте это. Вот такие у меня есть для вас советики. В общем, спросите, да, у других. Вот единственное, с чем я вам, к сожалению, не смогу помочь, так это с вопросами про физические товары, потому что у меня вообще нет никакого опыта продаж физических товаров. Я продаю на Etsy только цифровые мастер-классы, поэтому я вообще понятия не имею, как там с доставкой, что устроено, сколько это стоит, сколько это идет, стоит ли вообще с этим связываться, и про возврат как оформлять, тоже вам, к сожалению, ничего не могу сказать. Тут вам придется найти какого-то другого блогера, возможно, который продает на эти физические товары, он вам расскажет. Посмотрите у Кати видео Екатерины Сап на YouTube, у нее есть там, она как раз продает физические товары и сможет вам наверняка ответить на этот вопрос. Единственное, что она не из России, это делает из Ирландии. Ну, все равно можете у нее спросить, написать, например, в директ в Инстаграме. Я думаю, что Катя ответит вам, если вы адекватно и вежливо у нее что-нибудь спросите. Это все, что я могу вам рассказать про Etsy, про свой опыт работы с Etsy на сегодняшний день. Если вдруг я что-то забыла, а я, возможно, что-то забыла, вы пишите в комментах какие-то вопросы, может быть. Вы не нашли ответы на свои вопросы в этом видео, пишите эти вопросы в комментах. Если вдруг, кстати, если вы продаете на Etsy товары физически, работаете как раз с доставкой и возвратом, и у вас есть что сказать, тоже обязательно пишите. И вообще, если вы продаете на Etsy, неважно, физические или цифровые товары, и у вас есть какие-то инсайтики, какие-нибудь секретики или какие-нибудь наблюдения про Etsy, тоже обязательно пишите в комментариях. Это очень полезно и интересно для меня и для других людей. Все, пока!